Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться еще одним своим любимым продуктом, который стал моим любимым. Это палета для структурирования лица, которая называется «Блеск и контроль» по-английски. Да? «Контроль and Glow». Это серия Glam Team. Эта палета, она выпускается в двух оттенках – розовый и золотой. Ну, розовый – это для тех… Написано, что для кожи с розовым подтоном, а золотая для кожи с золотым подтоном. Ну, например, у меня есть золотой подтон, но я все-таки холодный цветовой тип. Отношусь к холодному цветовому типу зима, поэтому я выбрала розовый. Очень мне понравилась эта палета. Каким образом я ее использую? Ну, прежде всего, вот этим корректором, да, корректором матовым. Эти все серых оттенки, они сочетаются очень хорошо с друг другом. Вот этот темный оттенок, я его использую именно непосредственно для скульптурирования лица. Я наношу его на скулы и наношу его на брыжейки. Вот, как бы закрашиваю их, те места, которые вот немножко у нас провисают, если у кого-то овал лица уже, как у меня, изменился, да, не в лучшую сторону. Если у вас высокий лоб, то вот по такой широкой этой дуге можно его тоже уменьшить, его величину в верхней части лба, его нанести, вот этот цвет темный, самый темный цвет. Затем на выступающей части лица мы наносим хайлайтер. Это такая текстура светящаяся, да, светлая. Сейчас я покажу. Вот смотрите, сзади этой палеты, сзади, вот как раз вот эта самая схема, то, о чем я вам говорила, обратите внимание. По широкой дуге мы наносим самый темный оттенок на лоб, на брыжейки точечно и на нижнюю часть скул, как бы подчеркиваем скулы. И смотрите, ставим маленькую такую точечку на нос, как бы, чтобы делая нос, немножечко курносым. Ну, это сейчас такая мода, видимо. Шаг второй, хайлайтер. Смотрите, куда мы наносим его. Мы наносим на подбородок, на середину лба, да, на нос, на именно на носик, на как бы на спинку носа. И смотрите, девчонки, не обратила ваше внимание, мы наносим полоской, да, полоской. Вот вдоль носа, как бы нос, так структурируем нос, потому что носы у нас бывают не идеальные, а мы их делаем идеальными. На спинку носа хайлайтер, под глаза хайлайтер, на середину лба хайлайтер, на подбородок хайлайтер. И самое последнее, это румяна, мы наносим их на щечки, то есть вот когда мы улыбаемся, у нас выступают вот такие вот круглые щечки, мы на них наносим розовый цвет и растушевываем, объединяя все эти три цвета и немного как бы удлиняя к скулам эту полосочку, да, такой шарик делаем, который мы растушевываем вместе с тонирующим средством и хайлайтером и вытягиваем все это дело к скулам. Мне очень нравится эта палета, ее действие, которое она производит на моем лице. И хочу вам сказать еще мой личный лайфхак. Так как я обладательница голубых глаз таких, я вот эти тени, вернее сказать, эти румяна, я использую в качестве теней. Я немножечко наношу на верхнее веко. Девчонки, если вы скажете, что будет больной вид, нет, вид не становится больным. Я не на все веко наношу, я не наношу под глаза, как бы этот цвет. Я наношу на середину верхнего века. И мои глаза, они становятся более голубыми, такими более глубокими, яркими. И, в общем-то, мне это все очень нравится. Рекомендую, друзья, эту палету. Цена ее, сейчас я вам скажу, сколько она стоит. Ну, во-первых, 9 грамм продукта, да. И нынешняя ее цена 559 рублей. Это по нашей внутренней цене. 699 рублей по цене каталога. Я думаю, что она долго очень будет служить.
Что еще сказать? Этот продукт имеет сертификат КХАЛЯЛЬ, то есть он не содержит животных различных компонентов. Рекомендую, очень хороший продукт.